столице Дагестана провели информационные рейды по профилактике нарушений масочного режима. Точками проведения мероприятий стали автовокзалы Махачкалы, Северный, Южный и РДР, в ходе чего активисты оповещали граждан о мерах профилактики коронавируса, а также раздали медицинские маски и соответствующие памятки. По итогам проверок не было выявлено серьезных нарушений. Все автовокзалы обеспечивают своих работников средствами индивидуальной защиты, а также ведут учет состояния их здоровья в специальных медпунктах.